идет планомерная подготовка к зачистке лагеря. Перекрыто полностью доступ в лагерь группами спецпризначенцев со стороны Грушевского, с двух сторон. Он закрыт, видите. Подготовлены, спокойно, планомерно разворачиваются вот у них отряды Нацгвардии, я так понимаю, они вперед будут пихать. И с той стороны также закрыто КАМАЗами, закрыто автозаками. То есть под каждую часть подгонен автозак с этой и с этой стороны. Также машины, к ним закреплены крюки для того, чтобы сдернуть заграждение. Доступ в лагерь 10 минут назад прекращен. Значит, имеется в виду, закрыло спецназовцы. С той стороны, со стороны Мариинского парка, достаточно большое скопление машин, как автозаков, так и машин для Нацгвардии. Слава Украине! Слава!